Елена Рерих о нашем времени. Она рассказывала, что рак возьмет первенство и будет косить миллионы и миллионы людей. И действительно, сейчас каждый седьмой человек умирает от онкологии, а каждый третий ей заболевает. Она говорила, что появятся мощные эпидемии, которые сушают легкие и гортань, и медицина ничего не сможет с ними сделать. Действительно, мы видим, что легкие у людей просто высыхают. Кроме того, Лена Рерих утверждала, что будет нагрев океанов, и из-за этого будет глобальное потепление. У нее есть прям целая картина мира, как это все будет разворачиваться. Заметьте, она это описывала 100 лет назад, когда не было никаких ченнелингов. Она прямо четко рассказывала, что будет, и это происходит. Здесь сейчас глобальное потепление предсказано ей есть, глобальные эпидемии есть, эпидемия онкологии есть. И дальше будет то, что она говорит.